Пандемия проверила в этом году малый бизнес на прочность и выживаемость. Не все сдали этот экзамен, но те, кто воспользовался мерами государственной поддержки от центра «Мой бизнес», выиграли и сумели остаться на плаву. Инвестировать в будущее с такой командой профессионалов не страшно, считает Роман Туров. За 6 лет принцип работы его коллектива не изменился. Только постоянное развитие ведет к цели. А для тех, кто хочет развиваться, все двери открыты, уверен Роман. Сегодня открытая политика. Пожалуйста, приходите в «Мой бизнес», проконсультируют, предложат по телефону, позвонят. Придите в Министерство экономического развития, там тоже двери открыты. Нас везде консультировали, никто нам не отказал. Среди наиболее востребованных форм поддержки в этом году поручительство и микрозаймы гарантийного фонда. Поддержку по этим двум видам получили более 500 человек. В центр могут обратиться те, кто открыл свое дело, и те, кто только собирается. В 2020 году, несмотря на эффект коронавирусной инфекции, мы достаточно активно проработали и предоставили более 400 микрозаймов на сумму более 960 миллионов рублей. В следующем году также планируется поступление субсидий, и мы планируем объем поддержки на уровне также 600-700 миллионов рублей. Мы также будем проводить обучающие мероприятия в различных акселерационных форматах, в форматах мастер-классов, проведения тренингов. Системные меры поддержки по достоинству оценили многие предприниматели. Кто-то открыл для себя новые рынки, увеличил объемы продаж, а кто-то повысил свои компетенции в таких направлениях, как менеджмент, маркетинг. Маргарита Антонова только в этом году зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Она шьет детскую одежду. Чутье ее не подвело. Онлайн-продажи по сравнению с офлайн в этом году так выросли, что сомнений в выборе не осталось. Уже много лет вынашивала идею производства детской одежды и первоначально обратилась в центр «Мой бизнес» за образованием. Я прошла программу «Мама-предприниматель» летом этого года, получила базу знаний, а также поддержку в виде субсидий на сертификацию моей детской одежды, а также субсидию на услуги фирмы, которая помогает поставщикам выходить на крупные маркетплейсы. В этом году в республику поступил 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Средства из федерального бюджета по индивидуальной программе социально-экономического развития поступят и в 2021. Это позволит не сокращать объемы поддержки начинающих предпринимателей. Эксперты уверены, что бизнес продолжит развитие, если сохранит гибкость и качество.